О желании участвовать в проекте «Мой дед штурмовал Сапунгору» уже заявили более 40 потомков героев Великой Отечественной войны. Это общественная инициатива, предложенная севастопольцами. Ветеран Отечественного военно-морского флота Виктор Савицкий поделился этой идеей с нашим телеканалом. Так и родился совместный некоммерческий проект. Главная его цель – собрать 7 мая 2018 года всех потомков воинов, штурмовавших Сапунгору, на том самом месте, где решилась судьба нашего города. Там, где после победы по зову сердца собирались горожане еще до того, как 9 мая стало одним из главных праздников в Советском Союзе. Виктор Савицкий сообщил, что на месте водружения Знамени Победы на гребне Сапунгоры будет установлена памятная табличка. Чтобы избежать длительных согласований, было решено установить ее на своей территории. Это очень долгий процесс, поэтому табличку мы ставим на территории своего товарищества собственников недвижимости, буквально вот на ограждении. Поэтому это как бы наша собственность, и мы пошли по такому пути, потому что у нас времени очень мало. Конечно, может быть, со временем мы поставим именно самой возвышенности. Она будет стоять в 20 метрах от возвышенности. Для участия в акции приглашают всех потомков освободителей Севастополя. 7 мая они совершат восхождение по склону Сапунгоры. А истории жизни участников штурма ключевой высоты Виктор Савицкий соберет в свою книгу. Узнать больше о проекте можно на специальной странице на сайте нашего телеканала. Ее короткий адрес вы видите на экране. Акция некоммерческая. Организаторы лишь приглашают желающих почтить память воинов-освободителей, но не берут на себя никакие обязательства по обеспечению проезда в Севастополь и проживания.